Сегодня в Якутии насчитывается более 2000 некоммерческих организаций, из которых около 1600 социально ориентированные. Об этом сообщила министр по развитию институтов гражданского общества Сардана Гурьева. Участники координационного совета отметили, что социальные услуги могут предоставляться не только в системе соцзащиты населения, поэтому предложили подключить и другие министерства и ведомства, кроме того, расширить перечень предоставляемых услуг. В 2016 году получили возмещение у нас 3 некоммерческие организации, которые предоставляли социальные услуги. А вообще на сегодня 23 организации состоит на учете Минтруда, которые готовы работать. На этот год в министерстве заложено более 70 миллионов для возмещения некоммерческим организациям, субсидирования. Поэтому надеемся, что в 2017 году больше будет организаций, которые выйдут на этот рынок и будут предоставлять качественные услуги для нашего населения.